Первый гол в ворота соперников забил Максим Нестеров. На 27-й минуте матча, спустя 10 минут, в наши ворота был забит первый мяч со стороны соперников. А с 55-й минуты с поля за грубую игру был удален полузащитник Роберт Емлиханов. Несмотря на то, что черно-белых осталось меньше, чем соперников, они забили еще один победный гол. Во втором тайме отличился Сергей Шалин. Во втором тайме, в принципе, мы, опять же, за счет удаления старались эту игру убыстрить, чтобы появлялись, опять же, были хорошие моменты, удары, но, к сожалению, так бывает, еще раз говорю, в футболе. Не удалось команде соперников реализовать и назначенный пенальти. Вратарь черно-белых Артем Ковешников отразил мяч под бурные крики болельщиков. Исход встречи 2-1 в пользу владимирских футболистов. Следующая игра черно-белых пройдет в Москве. Владимирцы встретятся со столичным «Торпедо». Сейчас команда вместе с тренером отрабатывают тактику. Мы посмотрим, конечно, как играет «Торпед Москва». И исходя все-таки схему игры, да, тактику все-таки из расчета тех футболистов, которые